Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня очень легкий в простом приготовлении низкокалорийный вкусный десерт из клубники с творогом. Желатин заливаю теплой водой, перемешиваю до полного его растворения. Клубнику я промыла, просушила, переложила в чашу блендера. Добавляю сюда же творог. У меня обезжиренный 0%. Добавляю растворенный в воде желатин. При желании можно добавить ванилин. Также сюда можно добавить любой подсластитель типа стевии. Я положу немного меда. Беру сорт цветочный, чтобы ароматом не перебить вкус клубники. И теперь все вместе взбиваю до однородного состояния. Готовую массу разливаю по формам или креманкам. Поставлю на 1-2 часа в холодильник до застывания. При подаче можно будет его украсить по желанию. У меня это ягоды клубники. Вот такой легкий, нежный, вкусный ароматный десерт получился. Очень хорошо освежает в летнюю жару. Понравится как взрослым, так и детям. И мне остается вам пожелать приятного аппетита, хорошего здоровья, всего самого доброго и до новых встреч на видео.